Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Ведьмака. Вот на таком закате мы остановились в прошлой серии. Сейчас посмотрим, куда пиздовать за следующим вопросиком. Собственно, туда и отправимся. Эх, блять. Так, стой, подожди, вопросик. А мы же ничего не... Нет, продали часть. Часть продали. Что-то я ж подзабыл. Часть продали, и продавать тут больше некому. Мечи бы вот эти все еще сбагрить. Там килограмм 50, наверное, блин. Деревня Сворлок. В деревне Хоф никого нету, да? Старая сторожевая башня. Я все-таки хочу отправиться туда, обратно вот. Где мы тут были-то, блин? Вот эти вот вопросики надо доделать. Тут вон два еще, блин. Да тут их дохуя. Сколько тут? 62 осталось. 62. Кладбище китов. Вот мы поселок Редгель. Сюда, наверное, отправимся. Надо только до телепорта добежать. А телепорт у нас... А, слушай, так тут... Да, корабль тут есть такой... Нахуй не нужен, по сути. По сути, не нужен. Сейчас мы портанемся. Куда-нибудь, не знаю. Тише. А тут можно, смотри-ка, тут можно спуститься. По-другому. Да ну нахуй. Тут какая-то другая. Вот дверь-то. Но она закрыта. Там. Не-не, это я не пробью, блин. Ну это, в принципе. Да это другой путь-то, блин, по которому мы шли. А здесь тогда что? Ну-ка сейчас. Мы исследуем все. Исследуем. Ничего не останется, блин. Ни один сантиметр не останется. Неисследованным. Нет, тут вроде... Как бы все. Тогда запрыгиваем сюда, наверное. Сюда и... Сюда. Ну, не-не, я отсюда же и запрыгивал, да? Только я как-то пошел вон там, через задницу, блин. По-другому-то, блядь, не ходим, нахуй. Козочки. Козочки и зайцы. Весь зоопарк, блядь, собран. Давайте вот через такой, что ли, телепорт-то, блядь. Переместимся. Можно там через кораблик? Через корабли. Где у нас тут чего? Лафотан. Ну, давай смотреть. Сейчас ночь, наверное, уже будет. Надо будет до утра, что ли, ждать. Это же заброшенный, да? Да. А, время 7 часов только. Заброшенный. Тут кораблей много. Блин, может покемарить, блин. Сейчас просто поплывем. Ночь будет. А плыть-то... Плыть-то недалеко, конечно. Плыть-то недалеко. Давайте-ка, наверное, кемарнем. У нас задача на серию вот эти вопросики собрать. Так, где, блядь, медитация? До 4 утра. И... А, блядь, все вопросики. Я весом еще ограничен. Хотя, с другой стороны, на кораблике-то, блядь... Ёп твою мать, Геральт. На кораблике-то без разницы, по сути. Можно насобирать всякого барахла. Потом найти какого-нибудь продавца поближе. Так, где я? Вот я. Погнали.
Не близко. 600 шагов по воде. 600 водных шагов. Иисус Христос, блядь, мерил, наверное. Вот тоже какой-то островок непонятный. Мы там были? Да тут разве, блядь, побываешь везде-то. Слушай, там что-то... Ну-ка. Да нет там ни хера, блядь. Погнали, время терять не будем. Хотелось бы не затягивать, хотя я уже 7 минут херачу, играю. Не успеем, наверное, все собрать. Так, тут кто, блядь? Летающие твари какие-то. Или плавающие. Или плавающие. Ну, там тоже какое-то кораблекрушение. Ну, тут опять стандартная контрабанда. Ой, что за... Ты что, охерел, что ли? Ну-ка, свали отсюда, нет. Сука, чуть не прогрызла, тварь. Ныряй. Да нырнее, Гера, что-то ты нырять стал херовано. Так, где он, блядь? О, пошла отсюда, блядь. Шкура летающая. Штейгер, так, давай-ка нахуй. Не попал? Ну, далеко там летит, блядь. Чё за хуйня-то? Или я брал этот сундук-то? А какой же я не брал? Блин, всплывать надо. Ух, нихуя, за текстуры, блин, как прорисовались. Странно. Этот-то я брал. Ну, а тут сколько? А, вот. Еще один, вот этот не брал. Ой, как херово все видно мне. Сапоги, кираса, блять, опять. Опять полтонны набрали, блядь. Опять полтонны взято на борт. Там кто-то, блять, где? Сюда, что ли, поплыли? Пошла нахер, блядь. Летает тут одна теперь. Вот плюс еще, почему мне нравится больше по воде собирать эти всякие вопросики, мы можем наткнуться на какое-то задание. Да, оно будет там мелким, какое-нибудь сокровище найти или харю кому-нибудь набить, блядь. Но один хрен. На воде-то кого ты тут встретишь, блядь? Кроме вот этих водоплавающих. Контрабанда. Эх, нихуя там сколько. Плавает под водой-то, блядь, народу. Утопцы, что ли? Так, ныряй. Ныряй, Геральт, блядь. Ёпта, да что ж такое, у тебя жопа, что ли? Перевешивает, не понимаю, блядь. Еще есть желающие? А, еще два как минимум. Болотник, блядь. Охуеть. А болотники-то откуда тут взялись, блядь? Они скорешились с утопцами. Что-то, блядь, не встречал в море болотников-то.
Болотник, блядь, по своему названию можно понять, что он в болоте, блядь, должен быть. Уж никак не в море. А, это эффект такой, выныривание из воды. Вот оно что. Следующий. Вот тут все по порядку пойдем. Надо разворачивать. Чего за хуйня? Блять, повредил лодку, блять, об эти доски. Хотя вроде трещины-то нет нигде. А на картинке есть. Я уж тут не знаю, каким торговцам-то идти, блядь, уж всех обобрали. Уж всех обобрали, блядь, всем напродавали, блядь. Так, еще утопец, да? Лови-ка. Судьба. Названия такие у мечей интересные. А тут что-то даже не охраняет никто, блядь. Ни утопцев, ни болотников. Никого нет. Ой, блядь, шмотки тяжелые какие взяли. Воздух. Я на воздухе. А что затупило что-то эта шкала. Следующий вопрос. Вот здесь. Ну не, все-таки успеем, наверное. Уж больно быстро щелкаем вопросики. Осталось два, что-то. Все рядом. Сколько что там у нас по весу-то? Ой, блять. Даже смотреть не хочу. Килограмм, блин, запас остался. Килограмм запаса остался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, перегруз. Бля, и плыть-то не могу быстро, прикиньте, блядь. Да, все, типа того. Перегруз, не могу быстро грести ластами, блядь. Только потихоньку. Ну вон хоть лодка есть, блядь. Надо будет в какой-то порт прям богатый портоваться, чтобы там торговец прям сразу на берегу был. Иначе... Полчаса идти будем до него. Нам в любом случае надо вопросик-то этот взять, как бы, блядь. Следующий. Так, следующий. 247 килограмм уже набрали. Вот, все, последний в этом региончике, или как это назвать? Не региончик, а... Квадрат, блядь. Так, а лодка-то быстро, хоть быстро плавать может с перегрузом? Да, лодки похуй, судя по всему. Лодки похуй абсолютно. Так, кто там? Киты? Кит он. Горбатый. А теперь горбатый, блядь. Вот еще контрабанда, блядь. Тормозни. Да, Геральт, ну, блядь, наверни-то, еб твою мать. Сколько тут утопцев? Там еще один-то. Ебет голову, блядь. Так, еще один где-то, блядь. Они ж, сука, прямо с самой глубины выплывают. Там сзади еще один, по-моему, плавает. Так, это труп. Где? Ну, да, ну, перебрать.
Убил, блядь. Эй, а чё, блядь? Я этот брал, что ли? А какой сундук-то я не брал? Я этот вроде брал. Или у лодки, который прям. Так, этот брал. И этот брал. А какой не брал? Вот этот же. Угу. Все, всплываем. На всплытие идем. О, сейчас утонет, блядь, Геральт-то. Давай смотреть, нам какой-нибудь порт нужен. Что там у нас по шмоткам-то? Мечи. Кровавый меч, блядь. Ой, мечи. Судьба. Серебряный. А мне стальной, что там за... Витис. Витас, блядь. Там еще седло вроде. Ой, блядь, три седла. Три седла выдали, блядь. Они тоже по 5-6 килограмм весят. Так, давай смотреть, куда. Куда мы ебанем. Да так, чтобы... В Каэр-Трольда, блядь. Блять, в Каэр-Трольда там далеко. Деревня Ранвек. Вейг. Ферлунд. Ферлунд, Ферлунд, Ферлунд. Набережная Марлинов. Тут, кстати, кузнец есть. А чё мне не показывает-то, я не понимаю. Надо тронуться, что ли? Порты не показываются. А вот сейчас вроде. Набережная Марлинов. Ну давай погнали в набережную, там кузнец. Нам хоть чё, сколько-то скинуть, блядь, надо. Веса. Кузнец тут причем прям, блин. Единственный момент. А деньги-то у него есть? Ну все, вставай, Геральт. Тупишь, блядь. Ух ты, ёпта. Набережная Марлинов. Перегревчик. Перегревчик. Перевес. Судя по всему, с кузнецом наебалово вышло, блядь. Тут нет никого, блядь. Уже. Да. Так, так, так. Ну, есть, короче, еще вариант. Есть вариант. Харвикен. Тут точило, блядь. Да хуй знает, там есть кузнец-то, нет? Ну... В Каэр-Трольда, блядь. Там мост перейти и... В принципе, сразу будут торговые эти самые кузнец. Там и торговец рядом, по-моему. Деньги-то... Маленькой Норгун завтра день рождения. И деньги-то, может, у них даже и есть. Нет, и ты тоже вчера.
Вообще в другой регион бы. В Новиград бы кого-нибудь ебнуть. Это еще что? Ну, гравировка. Так, вот кузнец тут хуячит. Клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Попрошу повежливее. Значит, вернулся. Я был прав, а? С удовольствием взгляну на товары. 1800, блин. Так, седла. Седла сразу. Опа. А, и шоры у меня тут какие-то, блядь. Это что такое? Трофей суккуба. Оставлю, блядь. Слушай, а давай в Новиград пизданем. Точно, там есть местечко одно, которое я хотел проверить. Интересненькое. А, тут еще барахло у нас такое есть. Что там тяжелое-то? 3, 8. Так, 8 это сколько стоит? Вот. 200 рублей. 10, блядь. Килограмм. Вот это ебанина, 12 весит, охуеть. 10, блядь. Ты что там, ты тяжеленное это все? Вот сюда. Так, это. И это. 34. Он портки, блядь, он за 19 в пули. 15. Что тебе на 15 продать? На 15 нет у него ничего. Ну, может быть, разобрать. Слушай, а может их разбирать, блядь? Я же могу разобрать всю эту хуйню-то. Точно, блядь. Разобрать. Разбирать тоже жалко, блядь. Шелк, слиток темной стали. Ну а хули нет? И деньги у него сейчас будут, ну. А нам-то куда деньги? Нам они нахуй не нужны, блядь. Краснолюдский клинок. Клинок из Тиртахайр. 1500 стоит, блядь. 1500, блядь. Так. Перчатки. Сапоги народа Ольх. Так, подожди, выбирать улучшение нам не надо. Лавка. Вот, сейчас мы свои же деньги, блядь, на свои же и покупаем. В смысле, продаем. Так, Каролина, 730 меч стоит, блядь. Пиздец просто цены на. Каролина. 24. Так, ладно, маленько избавились от веса. А, подожди. Да похуй. Ну-ка мы сейчас... Нет, какой выход из игры? Ты чё, блядь? Продолжить, блядь? Будь здоров. В Новиград погнали. Все, бегать можем. Прыгать тоже. В Новиград. Мне интересно там одна вещь, про которую я читал. В Новиград. Так, пробел карта мира. Новиград, я хочу. Вон тут сколько продаванов-то, блядь. Тут, пивнуха, блядь. Меня интересует набережная. Интересовался я одной историей. Историей Вивиенны. Как раз. И несколько дней назад прочитал кое-что интересное. Я не помню, мы ее встречали после того, как она убежала, по-моему.
не встречали. Нам надо. Я правильно хоть бегу-то, блядь? Да. Там кузнец, он впереди, может быть. Забежать, блядь. Извините. Жрец вечного огня. Или пошел нахуй этот кузнец. Ой, извините. Вивиенна, блядь. Так, тут шлюшечная. Ты будешь отлично выглядеть на мне. Вивиенна. Блять, продавец где-то здесь. Где он тут? А, тут базар же, точно. Блять, продавец был только и съебался. Ну, ёпта, эти. Так, давай, кузнец, надеюсь, у тебя миллион, блядь, денег. Что-нибудь наточить, перековать. Переебать, блядь. Покажи мне свои товары. 1200, о, господи, блядь, разговоров-то было. Так, давай, Эрльхард, Греннель туда, нахуй. Укротитель, блядь, 500 рублей стоит. Мастерский сим. Плюс 43, нихуя себе. Плюс 35, блядь. Что, все мечи, что ли, такие хорошие остались? Нет, он говенненький есть. Но они стоят, блядь, тоже ебанутых денег. Так, сколько тут сам дешевый-то? Мне на него еще 124 монеты есть. Да все, наверное, больше нет ничего. А у тебя купить-то что, карт нет? Ничего нет такого? Нету. Ну ладно, хуй с тобой. Починить. Снаряжение. 54. Прощай. Вот и продавец появился, гляди-ка. Да где ты, шкура, блядь? Ты что ли? Прошу! Блядь, мы с ним не играли, охуеть не встать. Что у тебя там? Только травки для листочки, 700. Ну сейчас мы ему что-нибудь впарим, блядь. Блядь, вот же меч за 107, за 180 он есть. Так. 143. Ладно, хуй с ним. Мы с ним не играли, блядь. Предлагаю сыграть в гвинт. А как мы не играли, блядь? Чё там, Нильфгард, погнали. А он кем? Тоже? Платва сразу нахуй идёт. Очень плохие карты, блядь. Это очень плохие карты, блядь. О, шпион хоть один, блядь, слава богу. Так. Наш ход. Давай шпионом. Да, еще одного дали. Прям самого говенного, блядь. Чего он там делает, блядь? Мотивы меня интересуют. Посмотреть. А, 3 случайные карты он посмотрел. Ну, молодец. Чего тебе это дало, блядь, интересно? Так, я помню точно. У нас 4... Блядь, какие-то какое-то говно дали. 4 карты у нас осталось. Собрать. 4 картишки. Ходы. Молодец. Я не знаю, ты можешь спасовать, блядь. Давай спасуем.
Сейчас вы надо в первую очередь, блядь, эмгерское умение применить. И еще шпиона. Спасовал противник? Как, блядь, спасовал? Ты что, дядь, блядь, совсем, что ли? Спасовал, да? Тогда что мы можем? Вот тогда... Асире ван Анагид. Я даже не помню, что за персонаж такой, блядь. Так, пасуем. Я хожу. Наш ход. Наш ход. Эмгир, блядь. Так, вот ты иди сюда. Теперь ваш ход, сударь. Последний раунд, между прочим. Последний раунд. Ах ты, сука. Отлично. У меня есть мумия, блядь. Хотел сказать. У меня есть чучело. Кого это он там вызвал? Шпион. Ох, еще одного дали. Шпион. Осталось только еще нулевого шпиона вытащить, блядь. Но мы его не вытащили. Так, все, погнали. На, нахуй. Еще смерть есть, кстати. Не знаю, у него лечилка-то есть еще, нет ли, блядь? 13 карт в рукаве, блядь. Ну, правильно, и свои вы, и чужую, блядь. Бей своих, ну, что чужие боялись. Все, у него только погода пошла, блядь. Так, а мы Цирюхой и Платву вызываем. Не, у него еще десятка есть. Так, смерть нахуй. Десятки нет. Вот и все. Ну давай, карту, надеюсь. Кроны. Ну, вперед, Эмиль Регис. Регисы дали, да. А у меня Регис-то был ли, блядь? Не было, блядь, прикиньте, блядь. Ну это, блядь, я вообще даже не встречал, по-моему, ни разу. Так, ладно, это интересно. Смотрим. Книга, где у нас? Три. Засчитано. Отлично. Ну чё ты орёшь-то, блядь, дура? Так, где ещё продавцы? Продавцы только один, да? Бабы мне не хватает. Пусть вечный огонь испепелит. Так, я вообще, блядь, пошел искать. А, вон продавец еще один. Где-то здесь, что ли? Это ж ясно, как лично. А, деньги тут можно обменять. Чем могу служить? У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. 3600. Так, стоп, тут есть вот у нас цветочник. Раны
откладывай на завтра. Геральт, ты здесь? Где ты, блядь? Травник. Прошу, прошу. С тобой играли, блядь. Но ты ничего и покупать не будешь. Что у тебя там? Из того, что у меня есть. Оружие он не хочет покупать, точно. Будь здоров. Так, следующий. Тут кто-то есть, он продавцы. Два еще, как минимум. Куда? И бронник. Прекратите этот гнусный балаган. Прошу! Прошу! Что у тебя там? Книги, блядь. Че это? Риданская желудевая, блядь. Возьму. Хуй знает зачем, блядь. Ну, раз уж пришел. Раз уж пришел, блядь. Так, и вот тут продаван. Ну чего застрял-то, ептать? Не откладывай назад! Не сегодня! Спасибо за помощь. Ты вернулся? Давно у тебя не был. Покажи мне твои книги. А, у него книги только, да? Чё это за хуйня? Крольчья шкура. Ты я ему, что ли, впарил? Сука, каков ловкач я. Впарил, блядь, книжнику, блядь, шкуру, блядь, кроличью. Крольчью шкуру. Бронник там еще где-то есть, ли кто ли, блядь. Где-то здесь. Надо быстрее, блядь, пока не работают. Все время пол третьего. Прошу! Прошу! Покажи мне свои товары. О, 2400. Наш клиент. Это обычные мечи. Вот, мелтик, блядь. Продаем все нахуй. Так, 490. Штейгер. Бля, у меня все уж нету нахуй денег-то. Так, блядь, напродавали 5 штук, блядь, продали. Или того меньше. Не, ну, хоть что-то, блядь, чего ж тут. У него тут всякое говно еще можно продать. Где эта хуйга? Прочее, блядь. Так, верстень может... Чего? Недостаточно денег? Так, тогда вот так, что ли? Это что, чистое серебро? 4. Во, 19. Браслет. Браслет Помпиду. Ожерелье Помпиду. Где я эту хуйню набрал, блядь, только? Ну, ладно. Будь здоров. Ну и ладно, ну-ка пойдем. Там еще один, что ли, продает? А, это этот. Как, о, господи, блядь. Вивальди, да. Карта, быстренько, блядь, где я тут нахожусь-то? Нам надо вот сюда, что ли, куда-то. Направо, короче. На набережную обратно. Тихо. Что-то лагануло, блядь. Я точно не знаю, куда идти. Я не помню. Ай. Встречали мы ли ее тут? Не встречали, блядь. Нет, еще дальше. Или вообще не это место, блядь. Не знаю. Вон она, блядь. А, нашли. Вот же Вивенна-то. Ей 7 лет, короче, уготовано жизни. Вивенна, здравствуй. Ведьмак, рада тебя видеть. Как самочувствие? Рецидивов не было? Нет, чувствую себя отлично. Ты не представляешь себе, какое это облегчение. В Понт-Ванисе я до поздней ночи
смотрела представление под открытым небом. И не надо было убегать после захода солнца. Еще я была на балу у баронессы Кордели, танцевала до утра. Что ты делаешь в Новиграде? Наслаждаюсь. Я осмотрела уже весь город. Теперь ищу корабль на Скеллиге. Там правда есть прекрасные летающие сирены и горы, которые растут прямо из моря. Я просто сгораю от желания все это увидеть. Да, правда. Только с сиренами осторожней. Они прекрасны, но не слишком дружелюбны. Я буду осторожна. Прощай, Геральт. А, и последнее. Вот, возьми, пожалуйста. Сначала я хотела оставить это на память, но что-то мне не хочется вспоминать о том времени. Ты примешь мой дар? Да, спасибо, и береги себя. Охереть просто, блядь. Приветствую, ведьмак. Так, вот этот момент надо запомнить. Она хочет посмотреть мир, и она отправляется на Скеллиге. На Скеллиге. На Скеллиге. А что она нам дала? Что это такое, блядь? Еще для заданий. Я что-то и не знаю. Нет, не, это понятно, что надо. Это перо, блять, от птицы. Точнее, как сказать-то. От птицы, в которую она превращалась. А где оно? Это что такое? Мутагенератор, блядь. Вот. Перо от Вивиены. Подарок от Вивиены, его можно надеть. Куда вы его надевать-то, нахуй? Маски. Ну, пусть будет, блядь, чё. И где он? А, вон он, блядь. Ну-ка, съебай отсюда, нахуй. Вон он, за ухом. Охереть, блядь, просто. Так, Вивиена, она отправляет, хочет отправиться на Скеллиге. Где у нас тут телепорт? Что-то мы флессируют, опять затянули, ебаный рот. Мост святого Григора. Дай-ка я сюда вот к торговцу еще схожу. Короче, история Вивиены. У нее теперь есть 7 лет жизни нормальной. А 7 лет вроде как. Говорила. Это 200, что ли, часов в игре. Хочешь провернуть сделку века? Смотри, блин. Ну что там у тебя? Магические аксессуары, алхимические ингредиенты, эликсиры и все такое. Интересно, ты что-то не похож на чародея. Я и не похож, и не чародей. Я просто забочусь о том, чтобы вещи несчастных сожженных попали в хорошие руки. Покажи, что у тебя есть. Сплошные раритеты по доступным ценам. Ух, сука, ты меня не видел. Этот Низушек, это кто такой был? Почему сбежал? Он суп на огне оставил. Смотри, чтоб я тебя на огне не оставил, деловой. Я буду за тобой приглядывать. Пойдем. Да я не потерял терпение. Таинственный торговый, блядь, прикиньте, задание, блядь, нашли. Ебаный рот. Охуеть. Ха.
Хорошее зелье. Низушек не врал. Запах на всю улицу. Ну, чё, тут сохранить-то можно? Да, давайте уж низушка в следующей серии искать. Потому что и так уже подзатянули. С вами был С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.